Добрый день, дорогие друзья и боевые подруги! Привет вам из славного города-героя Смоленска! Дорогие мои, просматривая недавно страницы очень интересной, рекомендую, группы, которая называется «Влад Бахов. Версии де-факто» в соцсети ВКонтакте, в записи от 23 октября в 15 часов 49 минут, обсуждающий ход поисков Влада Бахова с применением служебно-розыскной собаки, я обнаружил любопытнейший скрин с чьей-то перепиской. Сейчас я эту переписку вам прочитаю, она очень кратенькая. Вот там какая-то группа, не знаю, Flutblood, что ли, называется, 55 участников написано. И вот кто-то спрашивает у кого-то: завтра Лиза Алерт с вами? Ну и кто-то отвечает, у кого он спрашивает: не, мы не с ними. И тут третий вмешивается и говорит, пишет: скажем так, не с нами, а параллельно. И вот этот второй, который сказал: не, мы не с ними, говорит: более мы с ними штаб делить не станем. То есть, почему бы двум группам, занимающимся, поисковым группам, занимающимся одним и тем же важнейшим делом, поисками Влада Бахова, не сделать общий штаб, так сказать, с картами, с раскладом общим, с делением территории, так сказать, чтобы друг не пересекаться где-то лишний раз. Не знаю. И вот еще один, четвертый уже вмешивается и пишет: вызывайте дрянь. У него есть методы устранения ненужных штабов. То есть этот кто-то, так сказать, знает кого-то, видимо, мужского рода, мужчину, парня, может быть, которого кличка погоняла, будем так говорить, дрянь. Ну, сама кличка за себя отвечает, значит, что это может быть вообще и кто это может быть, так сказать. Который, так сказать, спец по разваливанию штабов, а может, чего и похуже, так сказать. Может, это кто и похуже. Так вот, друзья, у меня всего лишь из этого два вопроса к вам родилось. Я прошу, если кто-то что-то знает, на них либо в комментариях, либо в личке, а мои координаты есть под каждым роликом и под этим тоже. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, между поисковиками отрядов Сальвара и Лиза Алер действительно были какие-то серьезные терки, как вот тут написано, что чуть ли на одном поле не сядем? Или это какие-то пешки вот рассуждают о том, чего они не знают, или выдают там свое желаемое за действительное? И второе, а может быть, так сказать, хотят поссорить, там сказать, два отряда этих. И второе, может быть, кто-то из вас знает, кто скрывается, кто такой всемогущий разрушитель штабов, скрывается под этой кличкой «Дрянь». Я жду от вас вестей. Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска был с вами. Пока, друзья!